Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами вышьем вот такой вот лист клевера. Для этого мы с вами возьмем ленту 5-сантиметровую и отрежем с вами 20 сантиметров. 20 сантиметров. Нам понадобятся с вами кусочки. Нам понадобится. Давайте сейчас мы сделаем с вами 4 отрезка таких. Отрежем с вами 4 20-сантиметровых отрезка. Отрезаем. Края обязательно мы с вами обрабатываем зажигалкой. Все 4 кусочка мы с вами с обоих сторон обязательно зажигалкой. Всегда, напоминаю, обрабатываем боком пламени, не сверху, а именно сбоку. Далее нам понадобятся с вами вот такие вот иголочки портновские. Они могут быть с таким петелечкой на конце, можно с таким шариком, все равно. Складываем лист пополам, отрезок ленты пополам складываем. Здесь вот пальчиком вот так вот себе намечаем серединку, чтобы мы с вами ее видели. Складываем на себя. И эту же часть вот таким вот образом. И здесь нам надо с вами сколоть. Так, плохая иголка. Вот так. И вторую часть точно так же. Так. И вот так. И тоже скалываем. Дальше мы с вами, получившиеся вот эти два хвостика, нам надо с вами загнуть их назад. Загибаем назад. Одновременно выравниваем вот здесь вот с верхней частью. И тоже здесь нужно с вами будет заколоть. И также вторую часть. Также выравнивая ее с верхней частью. Вот мы с вами получили вот такой вот лист. Сейчас вам покажу еще раз, как мы с вами это делаем. Берем лист, отрезок ленты, складываем пополам. Получившемуся сгибу мы с вами загибаем. Под прямым углом загибаем раз и вторую часть загибаем и булавочкой мы с вами скалываем. Так мы с вами делаем все 4 листа, и после этого мы будем с вами их собирать. Обязательно следите, когда вы складываете вот эти листы наверх, чтобы у вас вот этот вот край вышел на уровень с вот этим вот уголком. То есть это обязательно. Потому что когда вы будете собирать, у вас должно получиться красиво. И вот так. И здесь тоже с вами сколим. И так делаем все 4 листа. После того, как вы собрали все 4 лепестка, мы с вами берем иголку с ниткой и начинаем собирать с вами. Обычно я краешек первый прошиваю несколько раз, чтобы когда я буду тянуть, чтобы случайно он не выскочил узелок через ленту атласную. И собираю. И постепенно, когда я буду собирать, по мере собирания, я буду вынимать иголочки. Обычно я это делаю на 3 таких вот шага, получается, вниз-вверх, вниз-вверх. Вот мы с вами их сейчас соберем.
Иголочки мы эти с вами все сейчас вынем. Одну. Так. Иголочка. И теперь нам надо с вами все эти иголочки убрать и снизу, и сбоку. Все мы с вами убираем. Теперь нам надо с вами стянуть и собрать наш получившийся клевер. В данном случае он у меня четырехлистный. На той работе у меня сделан трехлистный клевер. Но поскольку удачу приносит четырехлистный клевер, мы с вами сделаем четырехлистный клевер. И это обязательно принесет нам удачу. Тем более в прошлом видео мы с вами делали золотую рыбку. Она тоже вроде как исполняет желание. А теперь мы с вами на удачу сделаем клевер. Теперь мы с вами на работе, где это надо. Это можно сделать, украсить так рубашку, например. Очень красиво будет блузку украсить. Выбираем место, где вы хотите, чтобы у вас он был. Серединку можно украсить стразиной или бусинкой. В данном случае я сейчас возьму другого цвета бусинку. В предыдущий клевер у меня украшено золотым. Золотым зеленым. А сейчас я хочу золотую бусинку сюда вставить. Видите, здесь у меня зелененькая. А сейчас я вот хочу попробовать другого цвета. Можно даже, если есть какая-то блестящая бусинка, можно блестящую стразину пришить. Сейчас хочу пришить поярче. Опс, куда ты? Вот. Поярче. Хорошо пришиваем и нитку сзади закрепляем. Теперь нам надо с вами сделать стебелек нашему клеверу, веточку, на которой он будет сидеть. Так. Его я выполню из ленты 0,6 сантиметра. И иголки для вышивки лентами. Вставляем здесь у нас, где у нас низ с вами предполагаемый у клевера. Так. Ленту я здесь закреплю сразу, чтобы она у нас с вами не болталась. Закручиваем ленту, закручиваем. И выкладываем как вам хочется. Немножко можно придать ей такой вот изгиб. И нитками его как бы закрепить. И снизу я обычно, когда делаю такие витые стебельки, я их обычно вкалываю в ленту, чтобы дополнительно закрепить наш виток. Здесь мы с вами отрежем. Краешек обязательно обработаем. И ниткой с иголкой в нескольких местах мы с вами пришьем нашему клеверу стебелек, чтобы он у нас с вами не болтался. Маленькими-маленькими стежочками мы с вами его пришьем. И также с вами закрепим нитку. И отрежем. И получили мы с вами таких два красивых клевера, которым можно украсить или одежду, или просто картину вышить с клеверами. И для этого вам понадобится лента 5-сантиметровая шириной,
Ленты вам понадобится немножко, понадобится либо 4 куска по 20 сантиметров, это 80 сантиметров, или если вы делаете трехлистный, это всего 60 сантиметров. Также вам понадобится узкая лента 0,6 сантиметра такого же цвета, как наш клевер. Это мы сделаем с вами стебелек. Еще нам понадобится с вами бусинки, либо вот у меня из зеленого цвета, как вот здесь вот выполнено. Или вот для вот этой серединки я взяла вот такие бусинки золотого цвета. Также вам понадобится швейная игла обязательно с ниткой в цвет наших зеленая, в цвет наших листьев. Еще вам понадобится много иголочек портновских. Также вам понадобится иголка для вышивки лентами. Иголка для вышивки лентами. Я использую обычные штопольные иглы. Если кто не знает, покажу для новичков, как закреплять иголку. Просто не трачу теперь время в видео, в самом начале просто просят это не тратить на это время, поэтому я теперь это делаю в конце. Мы закрепляем, вставляем ленту в иголку, отступаем где-то 1,5 сантиметра или сантиметр от края, вставляем иголочку и затягиваем. Таким образом вы закрепляете узкие ленты, они у вас не будут выскакивать из ушка иглы широкого. Еще для этого понадобится вам зажигалка, чтобы обрабатывать концы наших лент, линейка, чтобы замерить 20 сантиметров. Ну и ножницы, конечно же, ножницы, чтобы это все отрезать. И для этого видео я также вышиваю чаще всего на льне, очень люблю на нем вышивать. Можно еще использовать габардин, ну, либо ту ткань, которую вы хотите украсить. Это может быть любая блузочная ткань. И все, и пяльцы, если вы вышиваете на пяльцах. И если вы впервые на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки мне, задавайте вопросы. Подписывайтесь на меня ВКонтакте, в Фейсбуке. И буду рада вас видеть в следующих своих видео. Всем удачи, всем пока!